период вот такого подобного карантина, с которым мы столкнулись, и столкнулось наше государство молодое, надо слушаться внимательно то, что говорят, оставаться прежде всего дома, потому что никто еще не знает, в какой степени вот эта вот зараза пришла к нам. Надо беречь друг друга, надо беречь себя. Когда-то же в любом случае это закончится. Это же не может быть вечно. Нам просто нужно это прожить. Нам просто нужно это пройти. И пройти, опять-таки повторяюсь, пройти достойно для себя лично, чтобы выйти из этой ситуации абсолютно новым, другим, обновленным, светлым, добрым человеком. Нам нужно беречь себя и оставаться дома. Я набросал небольшой список того, что можно сделать. Можно отрастить волосы для новой прически, научиться делать из слона муху, переписать реплики кинофильма «Бриллиантовая рука» и снять его у себя дома со своими родными, пересмотреть «Игру престолов» от последней к первой серии или посмотреть, как другие качают пресс. Говорят, что это передается через телек, и так можно подкачаться. Будьте дома, это важно.